что ж такое за хрень-то заморская, а? Вот внучек тут давеча приходил посмотреть, что-то тут развлекается. Тут игрушку какую-то посоветовал. Говорит, бабка, прям поразишься. Конструштрукер, что ли, какой-то. Ой, чё ты их там поразберёшь, чё-то всё молодёжь-то играет. То что ж, заложник хотя бы нас освобождало бы, вот. Бой насмерть, ой, как у нас все лет вот в собесе, вот сам прибредёшь, и там вот прям каждый раз, вот при вот пенсии, бой насмерть, кто первый получит-то, а кто последний гребёт. Ох, у меня они там огребали-то, ох. Так, что это, что тут делать-то надо? Какая-то избушка непонятная. Все оружие без... О, вот это да, коммунизм наконец-то дожила. Наконец-то коммунизм и тут в игрушку вот хорошему учат. Вот при Сталине жили все хорошо. Было прям вообще процветали, все строилось. Медицина бесплатно хорошая была. Вот на заводе работали, хорошо получали. Вот все было прям как для людей. То мгновенно возрождение мгновенно, это ж вообще замечательно. Это вот просто вот из одного мира в другой прям сразу хап-хап прикочевали. Это ж вообще столкновения отключены. Вот столкновения гражданские войны нам не нужны. Это, конечно, замечательно. Так, ну, конечно ж, я ж буду за милиционеров-то играть. Ну, разумеется. Ой, чё-то как-то стреляют, непонятно, что это такое. Спрей, что ли, какой? Непонятный вообще. А, что ж такое? Где откуда стреляют-то откуда, а? Вот ты же бабушки-то не дали опомниться. Ну что ж такое-то? Вот что это такое? А что это? Ой, спрей какой. Ой, болезненно. Болезненно, мышка, как многовато от вас бандюков проклятущих. Вот, ой, вообще бабку-то окружили совсем, со всех сторон окружили. Даже продукт не дают, а? Негодяи, мракобесы проклятые. Вот тебе, с моего огорода сдриснул быстро. Чё там такое, кто стреляет, а? Ну кто стреляет? Стрелять по шнипкам, что ли-то, а? Ну что за негодяи-то такие, вот короткостволку-то возьму. Не нахлобучит. Ой, понятно, вот тебе губ-то накрасили, вот в наше время-то. Вот не было вот такого безобразия-то, все красивы были. Все при работе красивы были. А тут вот понакрашивались, и ой. Кир Хурири, имена-то какие, вот раньше у нас тут Валька, Сенька, вот, а тут что-то... Позаимствовали, вот что-то херачит, вот это вот там малолетнее это. Вот даже не пострелять нормально, а? Угнетают. Вот так тебе, мракобес проклятющий, а? Бабушки поиграть даже не дают, спокойненько. Ну что ж такое, ну как же так-то точно стрелять-то, а? Ой, вообще. Бабка-то слепая, ничего не видит тоже. Вот вокруг нее ходят тут бандюки-то с масками-то. И все... Ой, вот это вот мне бы на огород такой молотил. Сорнячки-то стричь. Ой, меня бы вообще... Конкурентов-то не было, ко мне бы вся в деревню походила бы. Ох ты ж. Со своей пердуколкой-то. И все. И никак больше что. Больше никак не умеет тут взяла длинный стручок их стручит. Ой, еще ты мертвый что ли уже? Так. Ну вот видишь, без стручка свою длину он ничего не могет. Так, что-то я боюсь, что-то я пора опасаюсь. Прям всерьез опасно. А вот зря. Мне вот не зря, вот я вот тут про как чувствовалось-то вот, а? Ой, кнопочку-то не там. Ой, ну что ж там Сири-то, а вот Сирунов-то развелось. Просто безобразие. 99-то, ну вот.
Вот прям как наш пенсию-то. Урезают, урезают. Скоро вообще ничего не останется в нашем сейсе. Так, что тут у нас? Что тут у нас? Бегают, прыгают там всякие. Ох. Ох, опасаюсь. Ох, уж не знаю, куда деваться-то мне. Все плохо. Беспросветный будущий. Ой, что это у нас тут? Офис, что ли? Ой, дурк байсвет, кто тут в таком работает-то, я ж говорю. Иди, нормально он найди, тут не хочет находить-то вот все в своих офисах, штаны просиживают. Чё тут у нас курицы-то бегают, а? Хозяйство, что ли, развели? Вот, своих-то уже не хватает. Офисных-то куриц не хватает своих. Вот они разводят еще других. Так, а чё это у меня там зелёная-то какая-то страшилище-то в руках? Тяжелая, у меня поясничка-то у меня слабая. Ох. Безобразие, я надорвусь уже. Тяжести такие таскать. Ох, что ж такое-то, а? Бабушка пострелять даже не дают ни в кого. Вот нормально, Александр, Сашочек, ты же не обессудь тут, бабушка-то неопытная, пострелять надо научиться, вот по спинкам-то, я думаю, что ты молодой еще выдержишь. Вот и хорошо, вот молодцы, вот что бабушка тебе бежит. А вот сейчас, вот, Путин Зибир. Ох ты ж, вот Зибир, что тут развелось-то, а? Ой, что-то вообще... Сашка-то обиделся на меня явно. Спинку-то я ему спрей-то прокинула. Он же обижаться сразу. Ох ты ж. Ой. Вообще безобразие это вообще. Сплошняком даже вот. Вот не пострелять даже вот некому, все прячется, вот понимают, что вот бабка-то галтелая тут ходит, то лучше и подукт горячий не попадаться. Ты, где ж вы тут? Черти, где ж вы тут? Помогите бабушке картошки накопать на зиму-то, а? Чтоб не голодала тут. Ох ты ж. Как самое пекло-то бросили меня аж. Ну что ж, не подготовлено-то. Ой, ну чё-то это я вообще слабину дала. Чё-то прям не получается ничего сегодня. Ох, тут этот ружьишко-то. Ружьишко-то совсем другое дело-то. Чё там у нас такое-то, а? Что там не получается ничего. Ружье, надеюсь, не холостым стреляет, а что-то меня вот зрение-то подводит, тут очечки-то надо получше уже напялить. Так, ну чё ж, не в кому мне стрельнуть-то, что ж. Вот ход стрельнуть-то вот не в кому вообще ж. Так, чё-то, ой, табличка, три, ой. Чё-то 3-8 там вообще, наверное, нехорошо, наверное, бабушке-то надо побольше настреливать. Ох ты ж. Опять Сашка обиделся. Ой, помогите, помогите. Ой, красненькая какая, красивенькая-то. Вот чё ж мне раньше-то её не давали. Мне всегда вот с красненькой такой ходить-то модненький, наверное. Где ж вы? Мальчуганы. Бандитки проклятущие. Да вы где ж? Где ж прячетесь-то? Ох, молодцы мои, архаровцы как стреляют, то молодцы просто. Лучше просто лучше. Ну что ж, где ж вы там, а? То что-то не видать вас тут совсем. Вот тут может вот тут вот посидеть. Ах ты, ну он в жопу кемпедрионов вот этих вот которые тут засиживают, сирит по уголкам-то. Совсем не бегут.
Ох ты ж, вот команда какая у меня мощная, даже вот не проявить свои способности не дают вообще. Ох ты ж, фантом какой-то. Стоит фантом. Ой, живой почти же. Это ж как ж так-то, с чего это ее так приколбасило-то, а? Патрончик мало осталось, наверное, перезарядиться надо, а то 10 патрончиков вообще вот не к селу, не к песне-то. Ох ты ж, еще фантом один. Фантом, просыпайся, черт проклятущий, Новый год уж скоро проспишь. Ой, ну вообще, ну вот тут бабка ты его замешать завела, вот просто вот по тактике-то раздуплила. Молоденького неопытного. Так. Ой, люблю я поскакивать-то люблю. Вот как в молодые годы прям очать чувствую. Прям лет на 80 моложе. Ой, почти, ну, почти. Ну, думаю, неплохо-то вот для первого разочка-то. Ох ты ж, чё-то трещотка, затрещал-то его совсем, бедолажку-то. Вдруг шлак превратил-то, нежданно, негаданно. Ох ты ж, чё-то вообще, конечно. Оплаунул-то от радости, тут просто стреляют не туда все, не туда, не про... Не улетит совсем. Ох ты ж, черт возьми, мохнатые собрались тут. Не бреют совсем, вот вообще. Как мой дедок-то вот засядет бородатый вообще, вот и его дичев с солом не согнать. Чё-то ружьё-то мне дали, зачем ружьё-то? У них тут пулемётик-то, у нас ружьё тут бабки досталось. Ну что ж такие... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, по мне это не надо стрелять. Молодчик-то не надо стрелять по мне. Это своя тут ходить. Ой, боюсь я туда идти. Чё-то кровинушки-то много. Ой-ой-ой-ой, ну что ж тут мне там... С автоматикой своего, с ружом-то я даже на тебя ходила. Поближе побежал бы. Так, что-то... Ой, какая снайпиюшка-то я просто вообще. Просто валяюсь, как чем молодежь-то говорит, валяюсь я. Ох ты ж. Дебильная какая-то зашла. Вот как вот наш, вот Маш, кто вот любит-то вот себя строить, типа Вичаво. Ну, явно Машка-то зашла. Вот почувствовал, что бабка тут кураж ловит. Тут расплющивают по молоденьким попкам пострелять. Ой, что-то у меня там это шприц, там, наверное, антибиотики какие-то полезные новые. Надо колоть был себе, ну что ж ты. Ох ты ж. Бабка-то не разыгралась, еще что это. Копошить-то, мельтешить-то, надо патрончик-то побольше надо. Ой, прям головушку-то мою прям сразу впритык, ну кто ж так стреляет-то, ну зачем ты это делаешь-то? На расстоянии-то надо делать-то это, на расстоянии вот так вот делать. Ох ты ж, чё-то вообще... А вот по молодости я такой снапирёшка-то была, вот курочки-то могла в клювик-то прямо вот зёрнышко кинуть. Ну давно это было, то это ж. Даже уж и не вспомнить, что было-то. Чем педрюсь тут засиживаться, ничему жизнь не учит, вообще развиваться молодежь не хочет. Все заставаться на одном месте-то. Ох, ты ж опять со своей винтовкой тут стреляет, одноглазый.
Так, бабка Кураж поймал, где ж ты, где ты мракобес? Черт ты мохнатый, куда ж тебя понесло? И ну прямо не вовремя-то как, а? Ну не вовремя совсем.